Ежегодно вот уже на протяжении 11 лет в нашей стране отмечается День работника культуры. Концерт в честь праздника провели в Люберецком ДК. В торжественной обстановке лучших специалистов этой сферы наградили благодарственными письмами, а директору школы искусств номер 5 Истамилина вручили сертификат на получение квартиры. Почти 700 человек в Люберецком округе работает в сфере культуры. В школах искусств обучается более 4000 детей. Также открываются отремонтированные здания для новых талантов. Сегодня культура в Люберецком районе очень сильно развивается. Ремонтируются здания. Вот буквально недавно открылся после капитального ремонта Дом офицеров. Открылась картинная галерея. Мы продолжаем открывать новые учреждения. В честь праздника лучшим специалистам в сфере культуры округа вручили цветы и благодарственные письма. А директор школы искусств номер 5 в Томилине Ольга Люкшина в этот день удостоилась главного подарка – сертификата на приобретение квартиры. Поздравляли в этот день гостей не только представители власти, но и коллеги, которые подготовили для них выступление. Одним из ярких и интересных моментов вечера стало посвящение молодых сотрудников сферы культуры. Не забывайте о том, что праздник – это твоя работа. Слезами зрителей окропить. Пылью кулис обсыпать. Аплодисментами наградить! День работника культуры – это профессиональный праздник сотрудников разных учреждений. Музеев, театров, библиотек, танцевальных и музыкальных коллективов, дворцов культуры и еще многих других. Объединяет этих людей одно – любовь к своей работе. Я бы, наверное, не стала заниматься чем-то другим, раз я выбрала это. И поэтому это работа и мое любимое дело. И в то же время это, конечно же, работа. Это тоже труд определенный. Я люблю, потому что я люблю музыку. За то, что я постоянно имею контакт с людьми, которым могу что-то рассказать интересное через книгу. Я очень люблю книги. Я очень люблю библиотечный дух. День работника культуры был учрежден в 2007 году. В этом году его праздновали уже в 11-й раз. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.